Всем привет, друзья, с вами Джон 19, с вами Бэтмен, снова все против Нейба. Сейчас мы нажмем сейчас будем грустный рекорд. Hello, please read it. Hello. Please read it. Please read it. Yes. Сейчас у нас игра загрузится, и мы начнем играть. Так, игра, как я вижу, лагает, значит, признак я не соседом. I'm child. Да ладно, только началось, и мне уже поймали. Ну, мы знали сосед, но я не буду ждать от этого терпения. Мы сразу ищем новую связь с игроками. Опять здесь мало. Поищем, что у нас есть в сети. Надо подключиться к большим игрокам. Please read it, please. Please read it. Please. Please read it. Please. Please read it. Please. Please read it. Please. Пожалуйста, read it. Все игроки ждут, да и будет больно. И это тоже остальное. Нет ненормальной связи, которую можно играть. Please ready, please. Please ready. Please ready. Please ready. Они что, издеваются? Они что, на паузу просто поставить? Ждать от этого терпения. Please, ready, пожалуйста, ready, please. Please, ready. Игроков анимируют просто. Please, ready. Please, Руди, please. Да идите в баню. Я подключаюсь к игрокам. От них мало толка. Столовым. Я поставлю на паузу, пока я не подключусь к нормальному серверу. Наконец-таки я нашел нормальный сервер, сейчас мы начнем играть. Игра немножко подлагивала, значит я буду соседом. Это первый признак того, что я буду соседом. Ну или он, это зависит от того, кому как повезет. Так, игра немножко подлагивает, то есть долго грузит, это признак того, что я буду соседом. Так, почему так долго грузится замок?
О. Мы сейчас будем просто открывать подвал. Мы еще его разыграем. О, Nintendo. Мы нашли отсылку на игровую приставку Nintendo. Если никто не знает, просто загуглите. Сейчас. Да отдавай мне свой скин. Все. Он как он. Мы будем сейчас собирать ключи, ничего такого. Жаль, что он молчит. Так, мы откроем, чтобы мы знали. Нет, прикольно, когда ты кем-то притворяешься. Извиняюсь за то, что она лагает. У меня просто компьютер не предназначен для этой игры. Это школьный компьютер. Слушай, придумали такие штрафы в играх, типа открывать дверь или, там скажем, не подчиняться системным приказам. Например, я не хочу убивать, там скажем, детей. Вот лучше придумали эти штрафы, ну то есть ваш аккаунт заблокирован. Вот самое единственное, чтобы не лагало, это я выключаю именно свет, потому что, ну, как сказать, ну, игра не лагает из-за того, что, типа, мне один программист сказал, что игры лагают из-за освещения. Не знаю из-за чего и как это может на эту игру системно вообще. Прикольно, если придумали типа спас соседа.
Так. Ну, из-за того, что лагает, я плохо ориентируюсь. Сыну соседа. Все забригадирую, паскуда. Все завалил. Успел. Please, ready, please. Ready, please. Ready. Ready, please. Ну, опять мне ждать тем, что потом будет так долго ждать, но нет, я там подключился игрок. И это будет весело. Ой, еще плюс. Ready, please, ready. Ready. Здесь есть русские? Русский, Russian. Ready, please. Как обычно, надо этих ждать. Ready, please, ready. Я дам для вас совет, лучше использовать капкан и маску, потому что ими можно использовать против детей намного эффективнее, чем радар и радар и маска. Вас могут легко спалить. Ready, please. Please, ready. Yes. Наконец-таки мы их схватили. Ждем теперь, когда игра начнется. Эти угадать, я сразу ребенок, как обычно. Маленький, добренький, злобненький ребенок. Так, почему-то у нас так долго игра грузится. Алло. Твисавинда. Почему наш мир такой непродвинутый? Я поставлю на паузу. Все, наступила игра, теперь можно играть. Я ребенок. I'm child. Child, I know neighbor. Мы сразу говорим всем товарищам, что мы не мы. Я вам дам совет. Всегда берите при себе стул, потому что отбиваться следом можно отбиваться только при ближайших расстояниях. Ой, идея. Можно как-нибудь себя
Вот если внутри никого не за. А, не тебя вытолкнет. Вау. Блин, другой стороной. О! Я в баге. Блин, я забаговал игру. Нет, сосед. Охренушки. Нюс. Ах ты засранец, скопируй мой ник. Ах ты Манчестер. Гад, использовал мой ник. Теперь я понимаю, для чего нужна маска. Ну все, теперь они считают, что я GMT-12 с наебал. Че, подарки могу? Ах ты лухач! Нет, ну лухарь, я, по моему мнению, это как-то немножко читерско использовать. Ах ты паразит! Ах ты чмо усатое. Ну сосед, обычный сосед побеждает. Ready, please, ready. Ready. Ready, please. Ready. Ready, please. Ready, идиот. Ready, please. Ready up. Radio. Radio, please. Ready up. My please, please. А, все, нажали, а я уже хотел уже уйти от них. Какие неблагодарные. И дайте угадать, опять замочек долго будет крутиться, игра долго прогружаться и все остальное. Выключу на своем телефоне интернет, чтобы не пожирало еще глубокую память. Кстати, я сделал вручную вот это. Не знаю, Тани Билл даст мне ключ на Hello Neighbor в Стиме. Блин, это не да. Блин, как тупой сосед, я у соседей, акстись, человек, акстись, я у соседей. Какого хера? Ну, блин, ну почему опять качество прорабатывают? Объясните, вот что за хренов баг? Мне опять придется менять все качество, и меня за это опять поймают. Объясните мне. Объясните мне. Какого хрена? Усач. Что за нах? Ой. Мне придется ждать, когда эта игра прогрузится. Я поставлю на паузу, и мы начнем играть. Вы не поверите, кого я попал. Я нашел человека, который Хай Гитлер. Хай Гитлер! Хай Гитлер! Хай Гитлер! Это человек чокнутый. Болван. Это человек болван. Говорит, ай, Гитлер, чокнутый.
болван. Хай Гитлер! Hey. No, let me heal you. Сервер разъединен. Опять. Все было только нормально. Вот болван этот человек, который говорил только что эти выражаемые сказки. Мне что, интернет отключен? Да нет, работает. Я поставлю на паузу, пока не разберусь с этой проблемой. Я сейчас перезашел, снова зашел, сейчас буду снова играть. Если мне не зайдет этот болван. Надеюсь на это. То есть два сервера рабочих. Ready, please, ready. Please, ready. Ready. Ready, please, ready. Hello. Hello. Ready up! Ready. I'm waiting for someone. Please, put on. I'm Russian. No, it's... Oh, yeah. Oh, I'm facility up. Come on, you faggot. You fucking faggot. Oh. Fucking faggot. Go fuck yourself. Fucking nigga! Nej, det är inte där jag ser va? Nej, det är fullt här. Go away! Please, ready, please. Please, ready. Jag spelar lite kantigt så jag får... Go away! Where the fuck is? Hello? I'll maybe you fuck off everybody. En till då, kom igen. Vänta, det är fem examen. Du får sjunga dig. Jag väntar. Chansa mig. Ja, let's go. Сейчас ждать игроков нету, нет. Откуда страна смотрит? Немцы-то остались и хотят лишить нашей планеты родины. Ой, зачем я нажал рейд? Я буду играть в одиночку. Это баг, можно играть в одиночку. И выпадет мне шанс играть один. Нет, это смысла не даст играть один. Какой тупой соседи. У соседей акси, человек, акстися, у соседей. Какой хер? Ну да, если замочек у меня лагает, это признак того, что я буду соседом. Я покажу некоторые баги, которые я нашел. Прогружается замок, то есть часики. Да почему все время хорошее качество, у меня плохое. Вот мы сосед. Сейчас покажу баги, которые связаны. Первый баг — это люстра. В ней можно легко застрять. Сейчас запрыгнем. Да ё-моё, залезай, ты маленький чмо. Вот люстра, если в неё туда запрыгнуть, то там побегать, там можно застрять. Я там застревал несколько раз. Теперь сосед. Покажу бак с соседом. Если мы пойдем вот туда... И станем ребенком. И откроем машину, туда залезем. И нажмем. Да ладно, исправили? Хотя
Да ладно, исправили. Наконец-то. Хотя раньше можно было застрять в машине. Смешно. Нет, ну реально, раньше можно было застрять в машине, если никто не в курсе. Ладно, этого толка не даст, просто уйдем отсюда. Вот и я тоже так же, блядь. Пожалуйста, ready, нажмите, ready, please. Да, ready, please. Ну тут пятеро играют, вы в курсе? Шестеро. Please, ready, please. Пожалуйста, ready. Ready, please, пожалуйста. Мы хотим как бы играть. Четверо одного не ждут. Ага, у тебя что, мозгов нет? Короче, заходите на сервер GND12. Почему так долго? Я поставлю на паузу. Подождем еще одного игрока и, ну, какого-нибудь, и тогда начнем. Нам хоть четвертый или пятый команды поступили. Тут можно играть втроем, в одиночку или вообще вдвоем. Но в одиночку это возможно сыграть? Это возможность. Если ты создаешь свой сервер, и нажмешь на Ready, тогда ты можешь играть в одиночку. О, Ready, please, пожалуйста, Ready. 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 Прямо, да. Он их слышит. У него вообще мозгов нет. У него мозгов нет. Богиня. А мне случайно вообще один игрок попался странный, знаешь какой? Какой? Который говорил все время Хай Гитлер. Ready, please, ready. Ready, please. Ты правда прав, что можно втроем играть. Он вообще, короче, кидался в нас стульями и говорил Хай Гитлер. Пацан, пошли за оружие. Я ребенок. Пацан, подожди. Пацан, может ты мне баг попробуешь сделать? Смотри, баг на елке. Сейчас покажу. Сейчас залезу на елку. Пацан. Да. Пацан, это полез, а? Все, я застрял. Пацан, сделай свет. Я застрял. Сделай мне. Падай. Я спасаю тебя. А я не вижу тебя. Я сзади, слепой. Никого ты не спасешь, прости. Я могу только бежать. Ты можешь, да, можешь попробовать. Это было легко. Ну пока. Изи. Трое детей. Если ты не знаешь, это ты в моем видеозаписи. Ладно, Рэди. Пацан, Рэди. Если ты не знал, ты в моем записи.
Пацан, там, поможешь мне баг сделать? Какой? Поможешь мне баг. Пацан, иди сюда, баг какой? Сделаешь мне. Какой? Вот. Ты сюда не идешь, подожди. Я не вижу. Открой дверь. Понял. Пацан. Открыл. Вот ты где. Ай. Вот так вот сделай. Сейчас. Закрыть одновременно со всех сторон дверь? Нет. Открой дверь, выйди, потом зайди, потом я встану на дверь. Я прыгну, ты потом закроешь дверь, когда я прыгну. Это как-то сложно. Ну ладно. Блин, он меня поймал! Пацан. Он за мной гонится. Пацан, если ты маньяк, давай с тобой друзьями будем. Хорошо. Ты тебе... Сейчас. А я и не буду ругаться. Алло, ты где? Алло. Алло, а ты меня что, бросил? Ну офигеть. Придется заниматься старым добрым делом. Похоже, он меня бросил. Это обидно. Парень, ты где? Кажется, его убили. Офигеть, ни одного замка не открыли. Сейчас мы откроем эти ловушки. Так что все знали. Да ё-моё, чё капканы багуются? Получаются дети. Жизнь, как я понимаю, тут боя не было. Алло, ты где мой друг, который ты хотел подружиться? Алло, ты где?
бросили меня все. Алло, ты где, мой друг? Кажись, кого-то наказали. Родители в семье всем только портят. Всем портят, ломают, обижают, портят мечты детям только. Считают, что это зависимость у них такая. Алло, ты где? А? Может, невнимательно смотрел? Алло, друг, ты где мой? Сейчас поставим эту ловушку и приманим нашего игрока. Я вам поверю. Нет, как-то одному неинтересно играть в игру. Если игрок через некоторое время не появится, либо это просто смерть. То есть можно спаститься, то есть сняв маску. Я ухожу из сервера. Невозможно играть в одиночку. Я пока поставлю на паузу, я вернусь через некоторое время. Я вернулся, сейчас продолжу играть.
закончится последний игрок, и все, мы будем играть. Ждем игроков, будем ждать вот самой капли и смерти. Все, короче, ушли. Подключимся к этому серверу. Please, Риди, пожалуйста, Риди. I'm child. Сейчас его обманем. Я видел желтый ключ. На прицел на готов. Не желтый. Минуточку. Продолжим. Я просто тянем просто так. I'm Russian. Russian. Hello. Hello. Hi Hitler. Hi Hitler. Sorry. Okay. Neighbor Hitler.
берем томаты. Так, у нас техостановок у вас. О! Так далеко находится. Hello? 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 Ай! Промазал. I'm Russian. Как паскуда. Баррикадирую. А нельзя эту дверь баррикадировать. Почему я промазываю? Объясните мне. Оу, я чуть не упал. Так, возьму сюда эту. Извините, что меня так сильно лагает. У меня просто только не предназначен. Тут просто не предназначен вот, игры. Кажи, мне надо выйти. Простите за долгое отсутствие, мы сейчас продолжим с вами. Загружается у нас сервер. И у нас... Ищем нормально. О, hello. Hello. Please read it, please. Please ready. Опять отказываются игроки. Ё-моё. Ещё нормальный сервер. Сейчас будем играть.
через Россию предупреждает 26 мая. Часа назад. Давай. I know neighbor. I know neighbor. Нечестно. Please ready. Ready, please. Главное солдат. Please ready. Очень нормальный сериал. Please ready. Please. Please. Oh, please. Please, please. Please. Come on, please. Alright, please. Ну чё, пацаны, погнали. Значит, я буду соседом. Как было сказано. Алло? Никаких разговоров. Ладно, иди. Come on. Алло? What? Чичер.
Oh, hello. Come on. Oh. Yes. Come on. Ай, блин, все лагает. Я иду к тебе. Пожалуйста, помоги мне, дай шанс. Пожалуйста, дай шанс. Помоги мне хотя бы. Спасибо. Спасибо большое. Я тебе должен 500 рублей. Не надо, я знаю таких людей. Ловушки. What? Да ё-моё, чё я не могу этого сделать? Да ё-моё! Вы никуда не спрячетесь, потому что я здесь хозяин. Где вы, маленький засранец? Ах ты, вот ты! Ха-ха-ха!
А, ну понятно. Что давай, пацан? О, синий ключ, кто-то обронил. Кто-то синий ключ обронил. Кто-то на синий ключ ос... Да ё-моё. Я буду стоять на карауле. Я ни шагу с двери не сдвинусь. Понял, малой? Я ни шагу назад. Ни шагу назад. Не-не-не-не-не-не. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Да ё-моё! Идите до гамбу. А это дверь, дверь. Я про дверь-то забыл. Не, 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 закрыто. Ай, ты где? А, господи, а чё, коробка летит на воздухе? Нет, реально, а чё коробка летит на воздухе? Да ё-моё, что за капканы? Шесть минут осталось, пацаны. Вы так и дверь не открыли, которой требуется синий ключ. А синий ключ у меня. Вам не открыть дверь. Привет. Пожалуйста, не надо. Только не вытянуй, пожалуйста. Не хочу, не надо, пожалуйста. Я не хочу. Не-не-не-не-не. Не, я схватил. Все, говнюк, ты один. Тебя никто не спасет. А ну иди сюда, сладенький. А, у вас еще двое. Все, ты один, говнюк, все, ты один, тебя никто не спасет. Только ты и я. Один на один. Иди сюда на смертный бой, говнюк. Или ты трус? Ты трус. Не спрятаться от соседа, ассасина. О, господи! Вот ты где! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Сосед победил за длинное время. Ладно, жмите рейд. Жмите. Если никто не хочет быть соседом. Окей, я ухожу. Hello guys. Hey, potato the king. Hello again. Who was the neighbor? Hey. He was the neighbor, right? Really, really, that, really, potato, really, really, you think that I went, I went. Oh, I am the neighbor, I'm. Надеюсь, меня не спалят. Это куда? Это не стоит.
Please, ready, please. У нас уже время идет 1:11. Последний матч, и мы... Я выключаю видео. Кому ты это, блядь, говоришь? Кому ты это, нахуй, говоришь, долбоёб, блядь? Алё, нахуй, ты с кем разговариваешь, блядь? Полудурок, другом. У меня друг, как... А нахуй ты в общий чат, блядь, говоришь, полудурок? У тебя дискорда нету, блядь, или мать сдохла, нахуй? Я выдергаю наушник, чтобы тебя не слышать. Да ты придурок просто полный, блядь. Дебил, дегенерат и имбецил. А мать твоя... Шлюха. Пидор. Смотрите, Дэнди 12 к тайсу передает тебе привет. Ты попал в мое видео. Передаю всем привет. Всем передаю. Всем привет, друзья. Сегодня будем играть в какой-то. Дэнди 12. Мой сказ хорошо, что мы отвечаем. Рэди, все жмите. Нам скучно. Мы не будем уже тут сидеть сутки. MV12! Кстати, знаешь что, давай сейчас я создам сервер. Нет, я создам. Да, порой 120. Передай! Я не сосед, так что идите все в пень. Привет, я сейчас стримлю. Привет, все идите в пень, я не знаю, кто из вас сосед. Пошли все в пень. Я не сосед, Джин Дин. Я тебе говорю правду, я не сосед. У меня игра не лагает, я честный сосед. Я тоже. Если бы я был бы соседом, я бы тебя бы на стартер-паке поймал бы. Потому что у меня игра вообще не включит. А у тебя она глючит. Кстати, я хотел спросить, почему у тебя так сильно игра фризит? На минималку. Ну, извини, у меня компьютер школьное предназначение, а у меня не для этого предназначен. А, у меня комп геймерский, то есть, ну. А ты сейчас на какой трафике играешь? На новогодний. Кстати, тебе хочется попробовать? Я сейчас играю на 1366. На 1366, на 768, остальное все максимально. Хорошо.
всему. Хорошо, да. Смотри, какой баг нашел. Сейчас, ставлю ключ. О. Смотри, забираюсь на елку. Ты где? Я на елке. Да. Смотри, вот он сосед, старт 2016. Смотри, я на елке и все, я не могу выбраться. Я умираю. О? Спасай меня. Спасибо, что спас. Ты где? А, вот. Ты сосед, что ли? Ты зачем моего друга бьешь? Ты зачем моего друга бьешь? Ты зачем моего друга бил? Объясни мне. Это за то, что ты бил моего друга. Кстати, забыл сказать, меня Jim D13 простил, но теперь мы с ним разговариваем. А я сейчас тебя догоню. Кстати, ты стоишь. Я не сосед, я ребенок. Значит, стар сосед. Да, он сосед, он сосед. Стар сосед. Вот тот, который убивает. Он меня почему-то буярит. А? Он сосед. Бьем. Извини, старян, я случайно. Нет, я его казню. Это святая инквизиция. Ну, я знаю. Кстати, у тебя... Ты на какой графике играешь? На очень слабой. Кстати, ты у меня в записи. Ты у меня, кстати... А, он сосед. Ты у меня в записи. На часов... У тебя это же на минимаках глючит сейчас. Да, очень глючит на минимаках. Ты у меня, кстати, в записи. У меня на часовой записи сейчас запись 1:19. 52. Не, реально, почему у тебя так сильно фризит? Я не знаю, я бы тебе бы комбо подарил получше или хотя бы геймерскую видеокарту. Запомни, мой компьютер предназначен для школьных дел, а это не блогерский компьютер. А, я, кстати, могу тебе прислать видеокарту, я могу порыскаться в интернете. Не надо мне присылать, не надо. Не надо, пожалуйста, присылать. Мне такие многие люди присылают, а в док я им ничего не могу подарить. Ну мне все равно, хоть дари, хоть не дари, мне главное, чтобы ты нормально играл. Не, спасибо. Мне, а на, себя, мне, на, да, секрет, мне на день рождения подарят новую карту и создам 5 стихотворений. А-а-а. Кстати, ружье, забыл сказать, не сразу появляется. Пойдем. Ружье, кстати, не сразу появляется. Давай идем идти вместе, чтобы нам сосед не поймал. Давай. Потому что если так... что, я тебя спасу, я просто знаю, что у тебя лайки. Хорошо.
возьми кастрюлю и съешь там. Вот, возьми кастрюлю и съешь там борща. Съел. Молодец. Я ее могу упасть. Кстати, я нашел такой баг, который сосед может тоже одеть кастрюлю. Ну? Это очень странно. Вот зачем вот авторы игры придумывают эти поганые кирпичи? Вот зачем? Вот зачем они придумали эти поганые кирпичи? Смотри, я вот когда закрываюсь, как у меня сосед ловит там. И, короче, я тупо там вижу выпасть. Подожди, сейчас я компну заряд. Окей. Где? Я потерялся. А вот он. А я потому что ты меня сразу на. О, сосед! Мочи соседа. Нет, я пытаюсь. Ну все, я сдох. А мне единственное спасаться бегством. Да, правда. Единственный способ спасаться с бегством. Прости, что я не мог тебя спасти. У меня просто жутко лагает, я не успеваю отразить. То есть поймать цель. Да ё-моё. Опять соседом будешь ты. Опять. Рекомендую 100%. Опять ты. А, да, здесь будет. Так, у меня игра лагает, это признак, опять я буду соседом. Ну, как всегда, я... Понятно, кто сосед. Я знаю, вот смотри, если у меня игра лагает, это признак того, что я буду соседом, потому что у меня долго прогружает соседа. Это правда. Смотри, превратись в соседа. Отдай мне свой скин. Никто не узнает, кто настоящий Артём. Даже твой друг не поймет. Да. А? Здравствуйте. 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 Ладно, твоя очередь быть соседом. Теперь меня попробуй поймать. Вау. Никаких разговоров. Вот она, двигает усатая тварь. Теперь попробуй меня догони. Давай. Нет. На изи. Давай. Да.
Че? Блин, я подумал, ты мне не угадаешься, где я. Я девушка, я, короче, тебя ловил, в спал залез. Ладно, ладно, давай, ready же мне. Теперь попробуем... Опять это хорошее качество, да ё-моё. Постой! Я знаю, что ты сосед. Подожди, я поставлю нормальное качество, но у меня почему-то автоматически постраивает новое. Теперь я тебя буду догонять. Беги, пока можешь. Ты будешь бежать? Алло? А, вот. Теперь я тебя догоняю. А ну, стояй, паскуда. Это было изи. А почему ты не превращаешься в куклу? Сейчас подождем моего дружка, он сейчас подойдет. Так, он что-то долго авторизуется. А, вот. Все, теперь твоя. Звони в Дискорд. Пойдем звони в Дискорд. Теперь твоя очередь быть соседом. Не, я не могу, у меня Дискорд на компе. Он будет нажимать или нет? Наконец-то. Теперь ты меня попробуй догнать. Через несколько минут мы закончим стрим и все, клянусь. Это будет последний стрим. Потому что я уже не могу так долго держать на компьютер под процессором вот таких мощных карт. Будет наверняка завтра это видео. Не сегодня, а то есть не во вторник, а именно в среду. Я валю, если ты сосед. Ё-моё, откройся! Закройся! Да как? Я не сосед, алло! Я не сосед, паркуру сосед! Я валю. Да блин, я застрял. Выпустите меня. Я не сосед. Выпустите меня из этого притона. Выпустите меня.
выпустите меня из этого притона. Чё за... Это что за баг был? Акула вышел, он был совсем. Ладно, жми ready, теперь ты будешь нам... Я подожди, я его подожди. О, нет, только не... Не жмём ready. Давай? Давай не будем сжать ready, потому что мы хотим только с тобой играть. Давай. Потому что нам не нужны приглашённые. А хотя ладно. Ладно, хорошо. Нет, давай сыграть, ну ладно. Так, я ухожу сразу. Да, ребёнок. Я знаю. Ну, я сразу валю. Нам не нужны никакие разговоры. Тем более с незнакомыми людьми. Да, ребёнок. Да ё-моё, чё я не могу... Предатель. Паскуда. Ой, почему? Какаю. И к чему это? Объясните мне. Она на втором этаже. Она на втором этаже. Беги, закрывай все решетки. Она стоит и что-то ждет. Thank you.
Объясни, зачем ты мне соврал? Обыкновенно просто. Я также буду тебя брать. Ладно, ладно. Кажись, к нам присоединились к моему серверу побольше игроков. Кстати, заметьте, оделся как сын соседа. Ага. Ready, please, ready. Ready. Что-то приманил игроков, а теперь выманить не можем. Да, она, видимо, плачет, то, что ее поймал. Окей. Ладно, давайте над этим видеороликом... Ладно, по-русски, мы перейдем на сервер GMD12. GMD12, создай новый сервер. Хорошо. Почему девочка не хочет сжать Ready? Объясните мне, чего она не хочет? Давай! Они не возьмут. Давай. Смотри, сейчас я создам новый сервер, пароль будет 123. Роликом совершил. Спасибо, что вы смотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Джимми 12. Всем пока-пока.